Коронавирусом в Магаданской области заразились еще трое. Сегодня в регионе подтвердились новые диагнозы COVID-19. Всего на Колыме зарегистрировано 210 случаев, из них 3 закончились смертью пациентов. Выздоровело уже более 300 человек. Сегодня запас коек, подготовленных для приема больных в городе Магадане, в области, он достаточный. И хороший у нас показатель по охвату на тестирование. Он делается на 100 тысяч населения. Он у нас 386,7% на уровне того, что в России 148,7%. На автобусных маршрутах ввели масочный режим. Городские власти обязали перевозчиков контролировать пассажиров. При входе в общественный транспорт магаданцы должны иметь средства индивидуальной защиты. Кроме того, жителям столицы Колымы необходимо соблюдать социальную дистанцию как на улице, в местах скопления людей, так и в маршрутных такси.